Зазвенели голоса вдали далекой, будто кто свою подругу потерял. Что же ты меня оставил одинокой? Почему меня с собою не позвал? За широкие поля с высокой рожью почему не поманил меня тайком? Я пошла бы за тобой по бездорожью, я пошла бы за тобой и босиком. А душа болит, ты болит, ты болит, где ты? Сердце говорит, говорит, что тебя нету. А по вечерам голоса, голоса в поле плачут о моей и твоей доле. Затуманила глаза погода злая, ты однажды оступился и пропал. Видно, доля у тебя была такая, потому меня с собой и не позвал. А душа горит и болит, и болит. Где ты? Сердце говорит, говорит, что тебя нету. А по вечерам голоса, голоса в поле плачут о моей и твоей доле. Помню, босоногим был мальчишкой. Было лет 12 мне тогда. У меня теперь такой сынишка. Где же мои юные года? У меня теперь такой сынишка, где же мои юные года? Распахнули крылья, улетели за собою вдаль меня маня. Что со мною стало? Моя. Распахнули крылья, улетели за собою вдаль меня маня. Что со мною стало? Неужели пролетела молодость моя?
согнулась, и сидеть стала голова. Но судьба злодейка улыбнулась мне и сказала горькие слова. Но судьба злодейка улыбнулась мне и сказала горькие слова. Распахнули крылья, улетели. Тела молодость моя. Распахнули крылья, улетели. За собою вдаль меня маня. Что со мною стало, неужели? Пролетела молодость моя.
Thank you.
Батюшки. Дорогие братья и сестры, мы сегодня собрались, чтобы проводить последний путь раба Божьего, новопредставленного Эдмунда. Давайте помолимся, чтобы Господь принял бы его в свои светлые обители, простил бы ему прегрешения и даровал бы ему Царство Небесное. Боже, милости будь нам грешным, Боже, очисти нас грешным, и помилуй нас, без числа согрешившим, Господи, помилуй нас грешным. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блаженны непорочные, путеходящие в законе Господне. Аллилуйя. Блаженны испытающие с видением Его, всем сердцем взыщут Его. Аллилуйя. И делающие бы беззакония в путях Его ходиша. Аллилуйя. Как делается в этом святости Божия нашего неблагоухания духовного? Где же прием пренебесной Твоей жертвы, и вознеспасли нам благодать пресвятая Твоего Духа? Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, святых Ты повредь источник жизни Ты райскую, да прячь мне Господь покаяния, погибшая овча азьесим, воззови меня спаси и спаси меня. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, упокой Боже раба Твоего, и учини его в раи. И держите святых Твой, Господи, и праведница сия не посвятила, усопшего раба Твоего упокой, презирай его все согрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тресиятельно единого Божества благочестным поем вопиющее, святый се очи безначальный, собезначальный Сын и Божественной Душе, просвети нас верою Тебя служащих и вечного огня исхити, и ныне и присно во веки веков, аминь, радуйся чистая Бога плоти росшая во спасение всех, ей же род человеческий обрети спасение, Тобою добрящим рай. Богородица чистая, благословенная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Эдмунда. Я ежу проститесь ему всякому прегрешению, вольному же невольному. Господи, помилуй. Я когда Господь Бог учинит душу, ибо те же праведные покаяются. Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов Его у Христа. Безсмертного Царя и Бога нашего просим. О, дай, Господи. Господу помолимся, Господи, помилуй. Якуда есть воскресенье и живот и покой усопшего раба Твоего, но представленного Эдмунда, Христе Божий наше Тебе славу, воссылаемся безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим животворящим Твоим Духом. Ныне пресны во веки веков. Аминь. Покой, спаси наш, с праведными раба Твоего, и сего в силе во дворе Твоя. Яко же есть писано, презирая угла прегрешения Его, вольное и невольное, и все я же ведение и неведение человека любче. О Девы, воссиявость миру Христе Боже, Сына Света Твою показав, и помилуй нас. Не святя, Боже ты, Господи Боже мой, возможно.
мученице жизнодавче и венцем победу красившейся, прилежно представшему светлому вечное избавление подают. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Житейское море, воздвизаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притяг вопиюти, возведет ли живот мой много милости тебе. Ой, Господи, душу усопших раба Твоего, на кресте пригвождая мученический лик к себе собрал и подражающий страсть Твою блаже, тем же молимся Тебе приставшегося, ныне упокой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Со святыми упокой, Христе душу, рабы, раба Твоего, иди же несть болезни печаль, ни воздыханье, но жизнь бесконечная. Сам единый себе смертный, сотворил и создал человека, земни убой земли создрахнулся, и в землю ту где пойдем, как уже повинялись и создал меня и реки, яко земля и сей землю отвидеши, а может все человецы пойдем на дробное рыдание. Творящий песнь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бога человеком невозможно видеть, и на него же не сничий, а без невзирати, то Боже всечистое есть человеком слово облащено, и Боже величающее с небес твоих. Тя ублажаем. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Свет Твоего и Божественного получите сияние Твоего Христе, веру приставшегося, благоволи в недрях Авраамова упокоение, я поедин милости всему дару и вечно восподобляя блаженство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Плачу и рыдаю, когда помышляю смерти, и вижу во гробе ближайшую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, немущую вида. О чудесе, что сие же у нас достоинство, как по предахам сотрению, как по супребогам все смерти, воистину Бога повеление, яко же писано есть, подающего приставшемуся упокоение. Во царствие Твое когда приедешь и помяни нас, Господи, блаженни нищие духом, яко тем есть Царство Небесное. Блаженни плачущие, пути утешатся, блаженни кротцы, пути наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, пути насытятся, блаженни милостивые, пути помиловать будут, блаженни чистые сердца, не пути утерят, блаженни миротворцы, пути сынами Божьими путца, блаженни изгнанье правды ради, пути есть Царство Небесное. Христос тебя упокоит во стране живых, и врата райская дотвержите, и царствие покажет жителя, и оставление тебе даст, он вирус решилось в житие, христолюбчие. Радуйтесь, блаженни истель да поносят вам, и из жену берегут всех зол благомновым, жущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, и узда ваша много на небесе. Вон мне премудрость, вон мне прокинь блашествий. Блажен будь твой же, и лишь ты не из души, яко готовося тебе место упокоения. Блажен будь твой же, и лишь ты не из души, яко готовося тебе место упокоения. Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не ты молчишь от меня. Блажен будь.
успокоения. Премудрость к Самудиному послание святого апостола Павла чтение. Вон мне, братья, не хочу вас не видеть о умерших, да не скорбите, як уже и прочие не имущие упования. Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, так и Бога умерше о Иисусе приведет с ним. Се Бог вам глаголен словом Господним, яко мы живущие, оставшие в пришествие Господне, не има мы предварите умершие, яко сам Господь в повелении, во гласе архангелове и в трубе Божией снидет с небесея, и мертвые о Христе воскреснут первые. Потом же мы, живущие, ставшие, купно с ними восхищение будем на облацах, в средине Господне на воздухе, и так и всегда с Господем будем. Премудрость просит, услышим святого Евангелия. Мир всем! От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мимо. Речи Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аминь, аминь, глаголю вам. Я послушаю словесе Моего и верой пославшему меня, имя живот вечный и на суд мне приидет, но приидет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко грядет час и ныне есть, ибо мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. Яко живо Отец имать живот в себе, так отдаст и Сынове живот имейте в себе, и область даст ему и суду творите. Яко Сын Человечий есть, не дивитесь и сему. Яко грядет час, вот же все сущие во гробе, услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда. Не могу аз по себе творить и ничего же, як уже слышу, сужду, и суд мой праведен есть. Яко не ищу воли моей я, но воли пославшего мя Отца. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господь Иисус Христос, Бог наш, и же божественные заповеди святым своим учеником и апостолом давай, воеже вязати и решите паче грехи, и от оних паки мы приемши вины, то и жди творите, да простит тебе чада духовное, Эдмунде, аще что содел еси в нынешнем веце вольный или невольный, ныне пресне во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, призываю всех к молитве о рабе Божьем, новопредставленном Эдмунде. Потому что только через молитву мы можем показать, что нам этот человек важен, что мы его любим по-настоящему, что мы хотим потрудиться для того, чтобы в Царстве Небесном ему было лучше. Да поможет нам Господь в этом молитвенном делании. Подходите прощаться с Рабом Божьим Эдмундом. Thank you.
Спасемся по суетных и многострастных плотях, где ты не срочно чужие люди, все разлучаемся, и Боже, упокойте, Господу помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зрящим и безгласным, бездыханно приближащим. Восплачьте ему, братья, друзья, сродницы, знания, вчерашнего день беседовал с вами и внезапно найдены на страшный час смертный. Но придите все любящие мя и целуйте мя последним целованием. Не к тому вас с вами покажу или собеседу прочее, в суде его отхожу, где же есть предприятие, раб, бог и владыка вкупе предстоят, царь и воин, богатый и убогий в равном достоинстве. Киев же добывал своих дел или прославиться, или постыдиться. Но прошу всех и молю, непрестанно о мне молитесь о Христу Богу, да не изведен буду по грехам моим на место мучения, но да вчинит мне и держит свет животный. И ныне и присно, и во веки веков аминь. Молитвами рожшая тебя Христе и предтечи твоего апостолов, пророков и иерархов, преподобных и праведных, и всех святых, усопшего раба твоего, упокой. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, сверли, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и обожаем нас, оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Содухи праведных скончавшихся, душу раба Твоего спаси, упокой. Сохраняй ее во блажении жизни, я же у Тебя человека любче. Покоище Твоим, Господи, и держи все святые Твои упокоиваются. Упокой душу раба Твоего, я бы единицы человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христе, Бога зашедый влады, и узы оковатых разрешивы. Сам душу раба Твоего упокой, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Единая чистая и непорочная Дева Бога без тени не росшая, моли спасение души Его. Помилуй нас, Боже, победитель милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении души усопшего раба Божьего представленного Эдмунда, и о еже простите ему всякому прегрешению, больному же невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог учит души его, держу правильно и покаяешься. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов его у Христа, безсмертного Царя и Бога нашего в гости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву и дьяволу празднил, и живот миру Твоему даровавый. Сам Господи упокой душу усопшего раба Твоего, новопреставленного Эдмунда. Вместе света, вместе злачный, вместе покойный, от милы же отбежа болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение содеяние им, словом или делом или помышлением. Яко благи человек лежит, Бог прости, яко несть человек уже жив будет и не согрешит. Ты будешь Богом без греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина. Я бы ты все воскресение и живот, и покой, усопшего раба Твоего представленного Эдмунда, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога, Слово Рожшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благ
благослови. Живыми и мертвыми обладай, воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвен причисти своей матери, святых славных и церквальных апостолов, и всех святых своих, душу от нас приставшегося, раба своего новоприставленного Эдмунда, в селениях праведных учений, в недрах Авраама упокоит и с праведными сопричтет, и нас помилует его благ, и человека любит. Аминь. Во блаженном спини вечный покой. Подай, Господи, рабу Твоему, но представленному Эдмунду, и сотвори ему вечную память. Господня земля – исполнение Вселенной Всеживущей на ней. Господня земля – исполнение Вселенной Всеживущей на ней. Господня земля – исполнение Вселенной и Всеживущей на ней. Thank you.
спустишься. Блаженному спине вечный покой. О, дай, Господи, рабу Твоему новопреставленному Эдмунду и сотвори ему вечную память. Его во благих водворится, и память Его в род и род. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
братья и сестры, мы все прекрасно знаем, что, надеюсь, что существует ад и рай. Чтобы наследовать тот рай, о котором мы мечтаем, нам нужно, во-первых, любить Христа. Есть только один критерий проверить, любим мы Христа или нет. Господь говорит: меня любит тот, кто соблюдает заповеди мои святые. Единственный критерий. А получается, может получиться такой вариант, что в этой земной жизни мы все живем, страдаем, мучаемся, болеем и в конце еще и в ад попадем. Дорогие братья и сестры, поищите Христа. Не ленитесь. Будьте мудрыми, не будьте как все. Старайтесь, бодрствуйте, не спите. Нам дана одна только единственная жизнь здесь на земле. Да поможет нам Господь жить достойной жизнью, чтобы наследовать этот рай всем нами желанный. С Богом! Ну, подожди.
Не суди, да не суди, будешь в этой жизни только волос стал седым, а душа капризней. Доверять кому, скажи, словом и не знаю. В этом мире столько лжи, а добро теряю. Я от жизни с молоду сидею, от несправедливости извне. Не хочу понять и не умею, самое плохое на земле. Будьте рядом с теми, кто в вас верит, и открыты сердцем и душой. Кто любую боль твою разделит, этот друг везде всегда с тобой. Когда ты ко всем с душой, да и сердцем чистый, жизнь идет вперед с тобой по путям лучистым. Когда рядом верный друг, тот, кому ты нужен, а не те, кого сердца, как из черной лужи. Я от жизни с молоду сидею, от несправедливости извне. Хочу понять и не умею, самое плохое на земле. Будьте рядом с теми, кто в вас верит, и открыты сердцем и душой. Кто любую боль твою раздели, этот друг везде всегда с тобой.
теряйте с ранних лет вы свою удачу, не казните прошлое, в жизни вы порой те, кто ради выгоды ничего не значат. Важен тот, кто до сих пор был и есть с тобой. Я от жизни с молоду сидею, от несправедливости извне. Не хочу понять и не умею. Самое плохое на земле. Будьте рядом с теми, кто в вас верит, и открыты сердцем и душой. Кто любую боль твою разделит, этот друг везде всегда с тобой. Кто любую боль твою разделит, этот друг везде всегда с тобой.